Ну, мне еще долго ждать? Вы когда надумаете-то? Идти надо, Степа, ты сказал 2 минутки подумаешь, и мы пойдем. Я уже 15 минут здесь стою, жду. Не, ну ты это видел? Ты это видел? Да видел я это, Степа, да обычный, да, идите сюда. Подойдите сюда. Обычный нормальный дом. Елена Ветрянкина сказала, то, что здесь живет какая-то бабулька. Мы у нее попросим зелье. Она там в прошлом то ли медсестра, то ли ветеринарша, я не знаю. Мы у нее попросим зелье и сразу же пойдем. Че такого-то страшного здесь, Степа? Я не могу понять. Тут живет старая бабулька. Естественно, то, что у нее не может быть там какого-то евроремонта. У нее старый дом. Уже 200-летний где-то. Ну а что ты хотел? Пенсии как бы в стране нынче у нас маленькие. Вот в такой развалюхе и будем жить в старости. Бабулька? Да это халупа какой-то старой ведьмы. Степа, ты еще даже не видел эту бабушку в лицо, а ты ее уже ведьмой обзываешь. Ну ты с ума сошел. Она нас всех в суп покрошит и сожрет на обед. У тебя паранойя, что ли? Степа, ты фильмов пересмотрелся на ночь вчера? Никого нажрать не будет. Мы сейчас пойдем, попросим зелье. И все, сколько вам надо времени, чтобы надумать, идти или не идти, а? Степ! Степа! Да ты ответь-то мне хотя бы! Степ! Степа! Ну, давай мы до утра подумаем и потом решим. И ты тут решил сосисончики, да, пожарить? Пока там наш друг Геннадий Петрович страдает в теле Франкенштейна, да? То есть вот так, сосиски тебе захотелось поточить мелкие, да? Сосиски! Ладно, хорошо. Если не хотите так, значит будем по-другому. Ты, пердак усатый, если ты сейчас со мной не пойдешь, я расскажу Маргаритке, жене твоей, то, что у тебя в огороде за домом зарыта коробочка. С годовой твоей зарплатой. Заначка, которую он прячет от своей женушки. Ты думал, я не знаю? Я ей скажу, она пойдет ее выкопает, заберет себе, и больше ты себе не купишь пятый PlayStation, когда он выйдет в этом году, а? А ты, мелкий, если ты не хочешь мужиком быть, если не хочешь своему бате, вот этому приемному, или какому сводному, неважно, помогать, я тебя нафиг завтра запишу в кружок балета, напялю на тебя лосины, юбку, и будешь с телочками балет танцевать. Если... Ну все, вот и все. Или идите со мной, или... Один балет танцует, а другой всю свою зарплату уже не отдает. Мы с мелким подумали. Мы согласны. Мы пойдем с тобой. То-то оно и было. То-то оно и было. Пошли давай, секунды. Что один секунд, что второй секунд. Надо уговаривать вас. Ничего страшного здесь нет. Ну, разве что кладбище возле дома. Ну, что с этого взять? Кладбище? Да давай без паники. Здесь живет пожилая женщина. Может, у нее родственников много. Может, у нее муж умер. Вот она всех и похоронила. Может, она вообще последняя в своем роду осталась. Что такого страшного в кладбище? Степа, Степа. Обычный нормальный дом. Да, конечно, немного странной формы, но в принципе обычный и нормальный, ничего страшного здесь нет. Да, мелкий? Сейчас мы пойдем, как адекватные люди, постучим в двери, нам кто-то откроет, мы любезно со всеми поговорим, поприветствуемся и вот потом попросим зелья и уйдем. Все, я звоню, значит, да, ну, я предлагаю развернуться и уйти, я предлагаю заткнуться и позвонить в дверь. Как вы думаете, или никого дома нет, или бабулька просто слишком старая и, наверное, не слышит, да? Может, она слуховой аппарат как бы вытащила. Давайте мы зайдем, может, она реально не слышит, может, тут трехэтажный дом, может, она на третьем этаже не слышит. Открывай, мелкий. Ну, раз никого нету, пошли домой. Степа развернулся, подошел сюда. Мелкий уже открыл дверь, значит, пути назад
Нет. Обычный дом. Ничего такого нет страшного. Вот это да. Вот, вот это колыбельная, вот это детская. Значит, у нее ребенок есть. Вот, вот зелье, вот, вот как сказала Елена Ветренкина, она любит зелье варить. Вот, варит зелье. Вот все. Ну, череп. Декоративный. Наверное, зачем ты ему сосиску дал, Степа? Декоративный череп. Все, пошли наверх. Давайте. А кто-то дома есть? Никто не отвечает. Так, я вижу, она книги, да, любит читать? Супчик какой-то она варит, походу. Так, вы смотрите здесь, может, вы найдете какое-то зелье, если на зелье написано там что-то превращает обратно в человеческую форму, забирайте и сваливаем отсюда, вот. Я посмотрю на третьем этаже. Здесь есть? Нет, здесь никого нет. Ладно. Чё, пацаны, нашли что-то? Нет? Мелкий нашел? Степа, нашел? Что нашел? Книгу. Идиоты. Ищите, пожалуйста. Так, уже светает. И это, в принципе, хорошо. А это там еще кто бежит? А это как раз-таки бабулька бежит! Домой возвращается. Так, пацаны, мне кажется, как-то не очень будет хорошо, если бабулька придет домой и увидит то, что здесь три кента у нее дома тусуются. Она сразу полицию вызовет. Как-то не очень. Она дверь открыла. Прячься, давай, быстро, 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 быстро. Не отвлекайся, давай, под кровать, под кровать. Обалдеть просто. Все самые хорошие места забрали. Да, а мне куда прятаться? В котел, что ли? Так, сюда, значит, за лестницу спрячусь. Бабулька. Варит супчик, наверное. А сейчас, наверное, книгу читает. Странная бабулька. Степа, закрой дверь, ты с ума сошел, ненормально. Что это бабулька делает, я не могу понять, а? А мне кажется, мы как раз-таки сейчас наблюдаем процесс, как она варит зелье. А вот сейчас я ничего не поняла, она свинью призвала или... Или это суп просто со свинины получается? Тогда почему свинья живая? Ага, она уходит. Степа! Суп! Здорово, шашлык! Ты дурак, ты что, двери открываешь? Она тебя чуть не спалила сейчас! Так, сейчас, если она будет возвращаться обратно, я услышу шаги, и мы сразу же опять спрячемся. Мелкий! Ты жив там, нет, пописяка? Вот там, там и сиди, там и сиди. Чё нам делать-то? Нам зелье надо. Если мы сейчас уйдем, мы зелье не получим, а если мы бабке признаемся, то что мы здесь, то что она нас закуп... Шаги, 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 шаги! Опять решила книгу почитать, да? Только не в шкаф, пожалуйста. Не надо в шкаф заглядывать. Ядрёный черт. Бабулька, стоп! Стоп, стоп! Не бросайте зелья, не бросайте зелья! Стоп, пожалуйста, я вам все сейчас объясню! Вы кто такие? Я вас не звала! Это мы... Мелкий, вылези! Тут ребенок! Ща как палкой дам по лбу, черти поганые! Ребенок тут, не надо, дети, вот это... Мелкий, подойди сюда!
Мы тут это, мы не воры, мы не грабители, мы вообще, мы пришли за зельем, нас вот эта Леночка Ветрянкина, вот эта медсестра с нашего города прислала сюда, сказала, тут бабулька добрая есть, которая зелье может варить. Бедный Стёпа, ёперный осёл. Так, ну с этим мы чуть позже разберемся. Мы просто зашли в дом, вас не было. Мы вас начали здесь ждать, а потом я увидел через окно, как вы начали возвращаться. Естественно, то, что мы втроем коллективно обосрались, ну типа спрятались, вот. Вот. Нам зелье нужно. Вот и все. Сейчас, секундочку, суп сварю, будем кушать. Со свининой, да, как я понимаю? Свиной супчик. Только вопрос, а почему свинья живая? Вот, я просто еще... Не видел, чтобы кто-то так когда-то супчик варил. Вот. А. Ну, это все объясняет. Я, пожалуй, откажусь. Свинину не люблю. Время ужина. Да не, мы перекусили только что. Мы с Макдональдса только что вернулись. Мы обожрались, как свиньи. Вот. Да, лучше сегодня свинью не упоминать. Да не, мы не будем кушать. Спасибо большое. Ой, маленький какой, наверное, вкусный. Кто? Мелкий? Это не... Что? Куда? Это мелкий, он невкусный. Хотя я не знаю, как бы... Да, сын мой, хоть и приемный. Мелкого мне взамен оставишь? Зелье сделаю. О, нет, нет. Вот мы можем договориться на золотые монеты. Или там на мой мерч. Кстати, мелкий, у тебя мерч есть мой? А ну надень. Вот, мерч, можем мерч вам дать, хоть целый ящик, вот, ну, взамен на зелье. Мелкого я оставлять не буду, с ума сошли. Ну, договоримся. Ладно, пошли. Все, пошли. Степа. Ну ты тут постой. Мы с Мелким сейчас дела замутим и заберем тебя. Надо сначала Франкенштейна превратить обратно в человека, а потом Степу, или сначала Степу. Или, Стёпа, это временный эффект, потом все пройдет, заживет до свадьбы. Хоть ты уже и женат, ну ладно. Да, до свадьбы внуков тогда заживет. Так, ну давайте зелье. Так, где-то чертово зелье. Ну давайте ищите. Вам помочь, нет? Может оно где-то наверху спрятано, оно ж типа редкое. А так вот оно... Торчит там сверху. Сейчас я достану, бабулька, вы там ищите. Так. Опа. Это у нас воскрешающее зелье. Может воскрешать мертвых. А ну быстро слез оттуда. Да, вот это. Это очень редкое зелье, его не трогай. А, ну хорошо, извините, я просто там вот это посмотрел. Ага. Нашли зелье, нет? Бабулька, да давайте вы быстрее, а! Я говорю, там где-то наверху зелье должно быть, в верхних сундуках. Оно же редкое. Ядреный корень, нет зелья, закончилось, варить нужно. Ну пошли тогда сварим. 5 минут у нас еще есть, сможем подождать. Мелкий, иди сюда! Стёпа, ты тоже иди сюда. Так, ну стой где-то там, Стёпа. Так, давайте мы тогда отойдем и сейчас осторожно... Мелкий, иди сюда. Так, давайте посмотрим, как это, как зелье вот это варится. А. Гриб, мухомор, росток дерева, красное яблоко, жопа мангуста, кого? Яйца страуса, какашки кролика, 10-й айфон. 10-й айфон-то зачем? Странное зелье. 1000 денег, перо и жопы страуса. Сейчас, мне кажется, какой-то апокалипсис начнется из такого зелья. Что это за ингредиенты-то такие? Ладно, давай, не будем мешать бабульке, не будем мешать... Давай. Лучше в сторону отойди, сейчас к чертовой бабушке все взорвется здесь. Мелкий, стой за забором здесь. Реально мелкий зелье получилось из жопы мангуста. Это оно? Когда мне понадобится твоя помощь, я тебя позову. А, даже так?
Да без проблем зовите в любую секунду, если там надо будет в магаз бегать за гречкой вообще без вот это... Превращающее зелье возвращает человеческую форму. Вот это то, что нам нужно, но еще даже зачарено на удачу на одну секунду. Так, у тебя нет выбора, ты от меня не открутишься, ты мой должник. Я не спорю, зовите в любую секунду, вот это только не ночью. Ночью я люблю поспать. Вот зовите, я приду, помогу. А может, мелкого все же мне оставишь? О, нет, мелкий, пошли. Давай за мной, быстро. Спасибо большое вам там за зелье, спасибо, мы там придем, когда вот это все, когда превратим Франкенштейна. Спасибо большое, мелкий, давай пошли, спасибо, бабулька. Ты смотри, какая хорошая бабушка. Иди сюда, мелкий. Вот это... Зелье сделала, да еще можно сказать бесплатно. Ну, сказала то, что потом в будущем, конечно, помощь ей будет нужна. Ну, как бы я же тоже помочь могу, а? Сейчас бежим к Франкенштейну в гараж, превращаем его обратно в человека, и после этого... Маргарита Степановна? Боже мой, вы живы? Ну, вроде да, как бы. А что такое-то? Вы что сюда прибежали? Да мне Леночка сказала, что вы к старой корге отправились. А, к бабульке? Да она хорошая, она не старая. Ну, в смысле, старая, но не хорошая. Я испугалась и побежала вас искать. Да все нормально, Ритка, не переживайте. Все, видите, вы живы-здоровы. А Степочка мой где? А, так со Степочкой тоже все хорошо. Вот Степа... Ах, да. Степа... Там такое произошло, в обморок шандарахнулась. Да, мы про Стёпу что-то забыли. И что нам с тобой, Стёпа, делать? Вот это, друг ты наш парнокопытный. Вот это хорошая задачка.